Также остаются вопросы расширения медицинского пункта в микрорайоне Нур-Шашхан, установки светофора и видеокамеры на проспекте Сейфуллина, улиц Дулатова. По данным ведутся соответствующие работы, решение которых требует определенного времени и выделения финансовых средств. Вот по Нур-Шашхану, что конкретно? Расширение или пристройка, или сносим новую? Сносим и будем строить новую. Там 6 соток, на котором располагается на данный момент здание ФАПа, вы видели его. Когда? Проектирование на следующий год дальнейшего строительства. Мы уже попросили наших коллег. Вопрос не то, что там следующий год проектирования. Мы когда? Ответ нужен. Когда начнем строительство? Давайте мы доработаем. По срокам я отдельно доложу. Начало строительства это будет 4-й квартал 2020 года. 4-й квартал не устраивает. Поздно. Маленький медпункт в Нур-Шашхане в 4-м квартале можно уже сдать, а не начать строительство. Вот такое протокольное поручение по итогам сегодняшней встречи. Теперь вот установить светофор. А в чем проблема? Один светофор поставить и не установили. Необходима разработка проектно-сметной документации. Сагындык, поставить один светофор. Что за проблема? Действительно, для установки светофорного объекта необходимо подключение. Откуда мы должны подключиться? Поэтому разрабатывается проектная и сметная документация. Вот мы 3 месяца назад встречались. Да? Что, за 3 месяца нельзя было сделать эту проектную документацию? Проект заказали мы, Бахтиян Абдирович. В январе, в феврале уже поставим этот светофор. Вот скажите вот конкретно, когда светофор там будет стоять? В феврале установим. Январь. Хорошо.